Война. Война никогда не меняется. Наступил конец света, как мы и предсказывали. Слишком много людей. Слишком мало пространства и ресурсов. Подробности никому не интересны. Причины, как всегда, чисто человеческие. Жизнь на Земле практически полностью уничтожена. Великая чистка. Крошечная искорка, зажженная человечеством, быстро вырвалась из-под контроля. Дождь атомного пламени хлынул с небес. Пламя поглотило континенты, и они ушли на дно кипящих океанов. Человечество на грани исчезновения. Души людей становятся частью радиационного фона, одеялом закрывшего Землю. На планете воцарились тьма и тишина. И так продолжалось много лет. Немногие выжили. Некоторым повезло, и они сумели укрыться в больших подземных убежищах. Когда великая тьма прошла, эти убежища открылись, и обитатели покинули их, чтобы начать все сначала.